останавливают гаишники за превышение скорости. Муж говорит: блин, да соседка позвонила, сказала, что жена любовника привела. Но, естественно, этого не было. Это всего лишь отмазка. А отпустили, даже документы не проверили. Сказали: езжай, наваляем там. Аналогичная ситуация происходит и со мной. Тоже остановили за превышение скорости. Так эти заразы и документы проверили, и страховку, и полный осмотр автомобиля с понятыми. 3 часа штраф выписывали. Вот она, ё-моё, мужская солидарность. Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока!